В администрации округа прошел очередной форум «Управдом». В нем приняли участие представители Министерства ЖКХ региона, депутаты Мособлдумы от «Единой России» Лариса Лазутина и Дмитрий Голубков, представители партийной фракции в Совете депутатов муниципалитета. Основными темами обсуждения стали заключение договоров на техобслуживание внутриквартирного газового оборудования, внедрение системы мониторинг контейнерных площадок, корректировка платы за отопление в платежных документах, замена приборов учета электроэнергии.